Клара Новикова заявила, что выбить место на кладбище для Светланы Моргуновой очень сложно. Невестка Светланы Моргуновой с головой погружена в эти заботы. Светлана Моргунова умерла 10 марта. Похороны легендарного диктора должны были состояться спустя 3 дня, но произошла задержка. Друг и коллега Моргуновой Владимир Березин заверил, что беспокоиться не нужно, так как ситуацию взял под контроль Игорь Крутой, который был крестником знаменитости. А Клара Новикова, которая близко дружила со Светланой Михайловной, отметила, что у ее подруги была депрессия после смерти сына Максима. Он умер в 2020 году. Вот с того времени диктор и потеряла всякое желание жить.